when we heed a certain call, when the world must come together as one. Директор проходил по кабинетам, и он увидел меня, похожую на Грету Тунберг. Директор показал фотографии, и все, дети из моего коллектива сказали, что это я на фотографии. Я видела фотографии там, где она какие-то проекты свои представляла, я тоже борюсь, чтобы в лесу не загрязняли лес. Вот эти пакеты из Пятерочки не таскать домой, не выбрасывать их. То есть взять какой-нибудь пакет и носить его постоянно, чтобы хотя бы пакетами не мусорить. Я хочу, чтобы люди, когда мы сходили в лесу, там поели, не выбрасывали консервные банки и пакеты. Это для зверей очень опасно. Они могут посмотреть и поранить себе нос.